Привет, друг! Сегодня я продолжу играть в модификацию Anomaly. Это уже 10-я серия, юбилейная. Поэтому предлагаю поставить большое количество лайков. Настолько большое, чтобы я прям удивился. Ну а сегодня я собираюсь пойти в лабораторию X16. Однако меня там ждал очень и очень неприятный сюрприз. О чем я? Узнаешь в ролике. Также не забудь про подписку с колокольчиком. Желаю тебе приятного аппетита и просмотра. И я начинаю. В общем, друзья, я сейчас могу умереть от того, что я не пил, не ел. Да, очень много времени. Я дождался все-таки, пока мне Сахаров сделает шлем. Это было очень сложно, скажу честно. Он делал мне его двое суток. Я сейчас все свои запасы еды, можно сказать, съел. У меня ничего не осталось из еды, чел, ты рофлишь. Да, ну хотя бы идти могу, на самом деле. Так, попей еще воды. Но только есть хотим немного. Но благо хотя бы я купил себе побольше воды. Это реально здорово. Я прям прочитал вот эту ситуацию. Так, по времени, что у нас по времени? Кстати, по времени здесь 16. Ну, в целом, ладно. Под вечер идем, под утро вернемся, я думаю. Привет, 2000 мне имеется. Думаю, то, что есть смысл купить у тебя хлебушка. Давай, 3 штуки у тебя покупаем. Как раз хватает купить. И жри хлеб. Все, с кайфом. Здоровье пополняется, пополняется. Если честно, я потратил буквально, наверное, минуток так 15-20 на подготовку к X16. Я не стал это вам показывать, потому что что-то показывает. Купил все патроны, сдал задание и все. Так, нашел также вот такой вот ПДАшник. А что за ПДА? А, труба и еще что-то. Погоди, а кому ее отдать? Ну, я тоник, в принципе, выбил. Я думаю, то, что какому-нибудь торговцу я сбагрю этот ПДАшник. Так, мой, верните, пожалуйста. А у меня есть же в случае чего батарейки? Я вот упустил данный момент. Да, батарейки должны быть у меня, я помню. То, что они были, вот, 4 штуки имеется целых. Я могу даже отсюда, в принципе, извлечь, потому что всю информацию я нашел уже, нужную мне, необходимую. И также, в том числе, я... Что еще хочу сказать? Я, короче, забрал у станика вот эту вот штуку. Каркас. Так, подожди, шлем как работает, интересно. Я шлемак-то получил, но использовать, ну да, как в Call of Chernobyl, по сути. Он просто по факту есть, и все. Так, давай-ка пока прицел снимем, потому как без него будет поудобнее все-таки ходить. И имеется такой вот дробовик. Но я на него, честно говоря, не надеюсь. Это чисто как запасное оружие, хотя фиг его еще знает, какое там оружие запасное. Но дроби я все равно прикупил, если честно. Я думаю, то, что пригодится. Итак, мы уже почти около лаборатории. Вижу, зомби гуляет, но здесь мы отработаем по-тихой. Минус. Великолепно. Так, первого мы завалили. По поводу патрончиков. Так, снорка видел. Тут уже не обойдется без дробовика. Так, перезаряжаемся. Но в целом он неплохо работает. Так, это кто? О, твою мать. Так, ну снорков больше не вижу, это главное. Пец, у вас там пацаны скины. Очень стрёмные, скажу честно. Ну, попадай давай. Минус. Главное, сильно патрики еще не тратить на самом деле. И не шумите особо, мужики. Так, все. Там еще вроде как зомбик шлялся. По поводу патриков. Вот вы обладаете свойством тихо подкрадываться, а? Вы думаете, то, что это хорошее свойство? Нет, ничего подобного. Так, бинты есть, патрончиков не так уж и много на самом-то деле. Ладно, бинтик один использую. Но надеюсь, то, что, ну блин, их как-то многовато. Я думал, то, что их поменьше будет. Ладно, надо стрелять все-таки более точно, видимо. Да, еще надо как-то на лабу патрончики сохранить желательно. Что у тебя было, мужик? Ну, деньги у тебя были. Но в целом, с другой стороны, зачем эти патроны вообще нужны нам? Так, у тебя что имеется? Ну, ага, ренобор был у тебя. Дальше что еще? Дробь была, это здорово. Так, надо всех обыскивать, пацаны. Бинтик, отлично. Хотя бы как-то купили. Ну, а мутантов обыскивать, не знаю, смысл имеется, но только с норкой обыскать. Ну, потому как собаки, что там у них дробится мясо их вонючее. Ну, и вонючее уж, ну, скорее всего, вонючее все-таки. Но она не сильно решает. Так, у них у всех были дробовики. Так, еда. В целом, ладно, неплохо. У меня патриков бы побольше. Тихо ты, господи, благо я косой, а. Ничего полезного. Дальше еще зомби. Видим, тут у них бинтики. Давай забирать. Бинты нам нужны будут очень и очень даже. Так, мужики, здорово, ничего полезного. Ух ты, шкатулка с драгоценностями и рука. Это хорошо, это мы тоже заберем. У меня же есть квест, по идее, на... На-на-на-на-на. Ну да, есть квест, отлучить пятизновку, но почему-то он как не основной, что ли. Ну ладно. Ну тихо пока что. Я думал, то, что нас здесь уже будут встречать с кровососы и прочее, но нет. Однако мы проходим в лабораторию и отправляемся туда. Ку, есть 2 рубля. Но, ага, добрый человек. Ага, это здорово, конечно, но звука нет, мужик, поэтому ты можешь ничего не говорить мне. Волшебник, что ли? Куда он там спускаться-то ушел? Да, как нам тут справляться без звука? Всем сталкерам, что видит это сообщение, большая группа зомбированных движется к барьеру. Будем рады любому стволу. Так нет, ну ты когда поздно. Твою мать, ну какого черта, а откуда? Вот тут, ну, сейчас вообще будет бред. Потому что и так снорки, мутанты и прочие подкрадываются очень тихо и очень незаметно. А сейчас еще и снорк. Сейчас перезагрузился, вроде как... Ты скотина? Почему? А, ну все, звук пропал опять. Откуда тут взялся? Это воронин дохуй? Что? Ну, похож на воронина, но, видимо, текстурка аналогична. Ну, маску твою, ну зачем это? Маска инкогнита, вот это вот, что-то там про подъезд еще. А, воронина жалко. Да, воронина жалко. Хотя я знаю то, что не он, но все же. У меня, кстати, да, вот эти вот лопаты, кому они нужны вообще? Эти лопаты, они весят дофига, скорее всего. Ах ты, больно вообще-то. Так,
Нашел набор и гениально спустился, просто гений какой-то ума. Если я выживу, с вас 500 рублей, пацаны, на стриме потом кинете. Да ладно, серьезно, это как-то... А, нет, не выживает после такого, конечно же. Или выживает, ну-ка. Не, не выживает, забей, я, походу, факапился и... А как я вообще упал, я не понимаю, я же вроде как нормально шел. Shut the fuck up, чел, бич, мазафака, так. Заклинило, серьезно, ладно, тут благо, нему немного осталось. Ничего полезного на этот раз. Круто, что могу сказать, круто, здорово. Так, давай теперь мы, наверное, лопаты еще раз выкинем, потому что зачем? И на этот раз будем запускаться аккуратней. Хотя с этой лестники я упал, мне было пофиг. Я упал вот как-то вот отсюда навернулся. И здесь имеется тайник, очень даже нужный, потому как я сейчас плюс квест, получается, для медика одного, а это 1006-7 плюс-минус. Ох ты, господи, сколько вас там, господа. Так, давайте я вам туда лучше хай кину. Стоп, чего мы с дробовиком? А, ну ладно. Я думал, что то, что хуже, все с дробовиком. Так, выживи уже. Хорошо. Снорк минус хпшка, но, по-моему, толку от этого мало. Еще минус снорк, да? Да твою бога, душу мать, ну как так как падают, а? Жесть какая-то. Не все коцные. Ладно, давай, калашников, спасай меня. Спасай, калаш. Спасай. Так, ну снорки дамажные, кстати, это хорошо. Минус. Ты живой, не живой? Зомби, зомби, зомби. Так, вставай, пожалуйста, мужик. Не вставай. Все, спасибо. Аля, как вообще живой, не понимаю. Жесть какая-то. Ладно, дробовик обратно можно. Давай, перезаряжай его. И перезаряжай, сказал. Слушай, живем как-то. И там еще снорк бегает один. А пусковать, естественно, это смерти подобно. Ну давай, красот, спавнись, или что-то тебя не будет, что ли, сегодня? По жопе получил. Куда ты бежишь? Ну куда ты идешь? Ты не поймешь, куда ты идешь. Тихо, по жопе, отлично. Но тебя вообще бы с ножичкой завалить лучше. А вот сейчас ножичкой завалю тебя, да. Добью. Последняя тычка, и все, отлично. Ну все, можем спокойненько обыскивать, больше никого нету. Если же здесь не добавили кровососа, который тут обычно как квест. Ну вот, я же успел спрыгнуть, пацаны. Я же успел сейчас спрыгнуть. Это явно. Это вот как в фильмах. Пока не посмотришь, не появится. Клише такое есть. Вот тут то же самое на самом деле. Мне, конечно, понятно, что это, скорее всего, просто баг, ну даже не баг, а так получилось. Скажем так, тем не менее, фигово получилось. Давай, дробовик, не лагай, пожалуйста, а. Вон снорк, конечно. Иди ты нафиг. Во-вторых, иди ты нафиг. Ну хотя бы. Ой, не заклиним хотя бы. А кровосос-то где вообще есть-то? Вот сейчас опять появишься, откуда не возьмись. Это ты? Нет, это фантом. Окей, тупой. Так, ну он подо мной шляется. Жесть, ну как мне тебя выкурить-то, а? Ты сейчас сам поднимешься, ты задумаешься, да? Ты же догадался в предыдущий раз. Ну, я так не попаду тебе, мужик. Тут так ни черта не видно. Еще и ты, блин, тут в этом бегаешь в своем инвизе. Гей тупой. Ну поднимись ты, ну, встань с колен, в конце концов. Ну ладно, на мужика. Нет, стоп, он уже близко. Вот я, вот он, я, вот он, вот он, вот он. О, да, конечно, заклинка, да, не надо клинить. Ну, безусловно, как иначе-то? Ну, конечно, долбанный ты, лох. Может, на тебя вообще фиг забить, а? Что? Откуда ты... Я буду страдать сейчас, я чувствую. Это будет страдание. Откуда он здесь появился? Он по скрипту тут появляется, что ли? Чешо. Ага, расскажешь. Это тот, который надо? В рофлите? О, да, тут еще эти скринки падают. Жесть какая-то, а. Конечно, ты заклинишь, а. Конечно же, ты заклинишь. Где ты есть? Ну, блин, ну безусловно. Что за бред? Ну откуда он там-то взялся? А, вот так, да, значит? То есть ты вот настолько вот тут силен, что ли? Или что это такое? Тебе не кажется, это нечестно, мужик? Так, чуть-чуть, если прям подумать. Ну, конечно, ну ёб твою мать, ну давай. Господи, еле убил, а этого засранца еле убил. С боем, с потом, с кровью, ну как ты, конечно, переместился, это просто жесть какая-то. Ну хотя бы у тебя что-то было, это важно. Если ты еще и пустой был бы, это было бы вдвойне обидней. Ну а так, типа, ну чё, потратил патроны, причем довольно много патрончиков, но хотя бы что-то было у тебя, мужик. Так, нож в плохом состоянии. Да, ну и ну, подготовился к лаборатории, тут будет офига мутантов, но нож мой этого не поймет. Так, ну, в принципе, я ничем потащить не смогу. Поэтому, ну же чисто, знаете, чисто разбить что-нибудь. Но хоть кусочек обыскали, это важно. Хотя бы в этом повезло нам. Так, перезаряжаем, сейчас у нас опять будет война. Но снорк это легче, чем кровосос, явно. Я его убил еще, кстати, прикинь. Я его убил взрывом. Да ну, серьезно, такое вообще возможно. Ну, хорошо. Дальше будут вообще два кровососа. Жесть, ну скоро три появится. Ну-ка. Минус, перезаряжаемся. В целом, дробовик это нормально. Пушка, если... Давай, 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 давай. Если убивает. Что не так с тобой? Не пойму, бляха-муха, только что... Ладно, вот вы сейчас опять будете писать комментарии, говорит мне, что ты горишь? Ты рачел, ты вообще, ну вообще, ноль понимания того, что происходит в этой жизни. Понимать-то тут, если снорк просто, ну вообще, тут, ну конечно, заклинит, а. Безусловно. Но вот Соколаша отвил, что сейчас вообще было, а? Он вообще живуч какой-то максимально. Дробовика не убьешь, потому что он клинит, а Соколаша ты тоже не убьешь, потому что он тоже...
Калинец. Ах, проблема одна и та же. Ну давай, вот давай, 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 востри. Бам, в упор. Только так, если. Можно позже патрончики, ну, дерьмо всякое дропается, понятно. Нужно, короче, уже готовиться к лабам. Это прям 100% информация. Потому как если готовиться так, как готовлюсь я, может ничего не получиться. Так, ну что-то находим. Здесь что у нас тут? Ничего нет, к сожалению, в ящиках, но сейчас еще ящики, по-моему, обыскивать 200 лет, да? Ну, они, естественно, пустые, даже обыскивать не хочу. А патронов все хорошо. Нет, хотел бы сказать я, но это не так. К сожалению, монетки, ну хотя бы деньги будут, не знаю, после этого лаборатории. И то это не точно на самом-то деле вообще. Так, а там, по-моему, должны быть кровососы, поэтому, о, видите-ка, вам туда гранатку? Может, надо, а? Ну, нет, по-моему, гранатка полетела куда-то не туда, явно. Хотя, с другой стороны, отлично, одного мы не убили. Ты правда? Ты не шутишь? Ты серьезно сейчас? Ну, заклинило тогда, когда нужно было попадать уже, и все. Он коцный в говно, он прям коцный уже, я не знаю, он там... Как ты живешь вообще после такого, но... Живет ли, зараза? Минус еще. А погоди, так там же вроде как конка была, то что в одного завалило, одного накоцал жестко, или мне показалось. Да, жестко, да, плохое снаряжение у меня, потому что надо идти нормальным дробовиком, это 100% его хаешки полная херня, запомните. Вот сейчас хоть переигрывай, а, хоть стой, хоть падай, как говорится, после такого. Так, перезаряжай и... Так, отлично, ну хотя бы так одного завалили в жопу прям. А вот их слабое место, оказывается, жопа у них. Они боятся, что им попадут в задницу. Вот и все. Так, еще один. Давай расскажешь там в школе где-нибудь. Мария Ивановна, так, ну я ловушку себя загнал. Сейчас, если дробовик меня... Ну да, дробовик не спасет, забей, короче, ТГГ. Вот не попадаю я почему-то, вообще попасть не могу по кровососу. Вот стреляю, как будто, знаешь, вот пуля просто чуть на 3 пикселя мимо проходит. Даже это не пуля, а дробь просто, понимаешь? Что-то как меня это бесит начинает. Смотри, вот сейчас он тут выйдет, я... Он быстрый, вот жесть какая-то, насколько ты быстрый, чел, ты... Ну хотя бы так, ладно, хотя бы так. Слушай, ну выжили. Пацаны, кто-то будет считать, сколько я раз умру за серию? Не знаю, я лайкну этот комментарий, если он вообще такой будет. Мне кажется, там больше 10 раз точно. Хотя хрен знает, может быть меньше, но... Оружие, конечно, меня как-то подводит. Явно. Оружие подводит. Так, давай-ка... Бандюэль поешь или что-то там? Короче, давай, горошек покушай. Почему нет? И надо также запить это все дело, потому как пить тоже мы хотим. Это влияет на выносливость и на общее состояние. Так, я же воды много взял. Давай, ну стимпак имеется, аптечки есть. Все здорово. Стоп, а что это у меня ХП пополняется? А, ну я аптечку съел. Точно. Точно, то есть так, что у нас там по патронам вообще в общем сумме? Нет, дроби много, кстати. Дроби много, калаш уже все. Калаш уже потихонечку отходит на второй план. Дробовик должен меня выручать по-любому. Функционал, давай, заряжай. Ну тут остались только зомби, там может максимум пюрер будет, но это не сильно опасно на самом-то деле. Чел, ты рофлишь. Ну ты... Я уже все... Ну хотя бы так, ладно. Жаль то, что мутантов я сейчас не смогу обыскать, потому как они уже... Ну все, дробовик мой походу уходит в нокаут. Либо как это еще объяснить? Так, тебя ножом добьем. Тебя ножичком. Хотя бы для этого я его взял. И отрубаем первый рубильник. Мой дробовик переживает не лучшие времена. Ну пофиг, выкинем новый, купим, в чем проблема. Оружие подводит, но... Главное скилл, чтобы не повел, понимаешь? Какого лешего, объясни мне, вот какого ты тут делаешь, Снорк? Его тут никогда в жизни не было, никто его сюда не ставил, а тут решили поставить. Либо же он просто загулял и... Не, реально, по-моему, ни в какой версии, ни стасов. Ничего подобного не было. Никогда не было, Снорк. Вот что тут вообще забыл, чел? Ты, ну хотя бы ты убиваешься быстро, это здорово. А если снять глушитель с дробовика, что будет, кстати? Ну, мне кажется, разброс будет намного выше, но тем не менее, мне кажется, по урону тут вообще все будет идеально. Ну, хз, сейчас проверим заодно. Так, рубильник, давай, рубильничек. Мы выключаем еще один, и уже остается еще два. Слушай, ну хорошо, это уже лучше, чем ничего так. Ну, да, я не надеюсь, конечно, вдруг. А, ну слушай, хорошо. Очень даже. Очень даже. Так, у меня уже калашников переживает не лучшие времена, но тут у меня имеется офигенный наборы, которые в случае чего тут калашников загрейдят, но в всяком случае починят, поэтому в этом плане проблем поменьше у нас. И мутантов мало, кстати. Но мне это, естественно... Не, ну не жалуюсь. Это хорошо. Все равно даже обыскать не могу, поэтому... Че, этим... А, вспомни говно, вот оно. Ну, слушай, по-моему, одинаково. ХЗ, типа, не сильно прям чувствуется разница. Так, мужик, все, умирай. Так, ну тебя тоже, что надо, это самое. Боже, что за ужас, три, боже, все, не могу. Не могу встречать дробовика. Не знаю, может, конечно, не заряжен, просто у меня все это время был. Ну, по-моему, все, ГГ, да, дробовику пришел. Но нет, как-то он все равно странно работает максимально. Вроде как и стреляет, вроде как и убивает даже, но он так клинит странно. Тут еще будут мужики. Или не будет? Кого только без снорков ПЖ, а? Иначе это будет... Ну вот, я об этом и говорил. Иначе это будет, ну иначе это будет. Ну хотя ладно, я попытаюсь что-то сделать сейчас еще. Твою мать. Снорк, еще там куда-то в небытие ушел. Не, ну так-то, слушай, неплохо. Ладно, выжили. Если уж прям каждый раз перезагружаться, то я не знаю, сколько тут уже. Я не засчитаю, не посчитаю потом. Сколько в итоге я перезагружусь? Это я из Франции. Так, давай, дробовик, пожалуйста. Тут будет снорк еще один. От него префом выйти. Так, ага, функционал, вот функционал. Канал-то вроде как раз таки то, что нужно. Давай.
Снорк, я знаю, то, что ты... А, так это, походу, он ушел со своей позиции. Все. Ранг повышен. Кто я теперь? Я наемник по-прежнему. А насчет ранга, где позырить можно без внимания очевидцев, у которых есть... Одиночка? Одиночка? Какого-то наемник? Понимаю. Надо, видимо, челики вот отсюда, да? Ага, расскажешь, Бюрер. Отдохни там, а, где-нибудь. Приляг, поспи. У меня это хоть дровик дерьмище, но... Куда ездишь, а, лишний чел ты? Перезаряжай, анджам. Мне кажется, что нужно, короче, вот так передергивать, когда у тебя он ровно в руках стоит. Ну ты понял. Так, нифига. Да ты им что-то делаешь, ты нормально не передернешь. Так, убил, но жалко то, что я тебя обыскать не могу. Вот реально очень жаль. Ох, мало хотя бы дроби много, да и калашников в целом. Он тоже имеет какие-то патроны в себе. Так, давай только без кровос... Хотя, может быть, и с контролером, почему нет? Я думаю, то, что проблем вообще никаких не будет сейчас. Все, да, это было легко. Блин, я столько теряю сейчас, а. И контролера потерял сейчас. Ну, с того, что ножа нет у меня никакого. Хотя, по-моему, как это я правильно сделал, да? Все, могу уходить. Могу уходить. Как сейчас я уйду? Еще как-то надо выжить же, получается. Там опять будут снорки, типа, ненавижу. Так, ну прицел надо реально отсоединить. И максимально тут что-нибудь вычинить. Давай, отремонтировать, отлично. Ну, прошли лабораторию почти. Уже больше, чем пуль на пути позади, убили уже всех мутантов. Там будет, конечно, псевдогигант, но главное, что перегруза не было у меня, и все. Тряпки нашли какие-то. Там есть тряпки девать, я без понятия вообще. Журнал нашли, махим, нормально. Эх, давай, давай, говнюк. Что-то у меня заряжено хотя бы все. А гранат нет никаких, да? Ну иди сюда, два выстрела тебя в лицо, и ты... Ну даже один, на самом деле. Даже один, еще один твой друг там. Блять, у меня клин. Ты не ругайся, мужик, совсем уж то. Твою мать, ну пока ты... Пока ты там передернешь уже, а пока ты там додумаешься. Жесть, просто жесть. Давай аптечку еще сразу, что-то у меня по хп-то вообще. Все плохо, и по аптечкам, что у меня тоже все плохо, я так предполагаю, да? Не, хорошо мало, явно, но в целом есть. Хотя бы так, господи. Че ж так клинишь-то, а? Я вроде как тебя передергиваю, функционал. Все вроде как нормально сейчас должно быть мне. Че там от бинта... Ой, привозной барвинок, давай. Покушай, может поможешь тебе это как-то. Просто бинт использовать сейчас вообще не хочется никак. Дробовик ПЖ не подводи, а? Ну хотя бы, ну не подводи ты. Ну что в этом сложного? Ну не подвел. Но снорк успел меня зацепить, видимо, своим присутствием, наверное. Не знаю, как это еще объяснить, но... Он уже проскочил вроде как. Он уже не должен был меня убивать, но... Он не убил, как бы, но зацепил. Опасно, так скажем. А, еще одну аптечку, что ли, использовать? Давай армейскую, наверное, или что? Выносливость даже плюс. Выносливость, давай, выносливость плюс, конечно. Да надо будет нам. Главное, как ты не поставишь... Вот как ты тут не поставишься? Так, там снорк. Давай, 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 функционал. Сколько метов-то надо, ё-моё? Давай, выходи, твадо. Один выстрел в голову, в принципе, это смерть. Но попробуй попади еще. Для начала, это уже другой вопрос. Ну хотя бы так, хорошо, с этим все было проще. Из чего ж ты? А сколько время действия у этой пилюльки? Где-то она у меня. А я, видимо, съел всю, да? Две штуки сейчас использовать. Ну, использовать придется, потому как хп тратится, типа. И даже с бинтом, кстати, проблемы имеются. То есть я даже в этом случае не смог полностью захилить. Так, вот сейчас будет сложно, потому как я. Потом как челик тут что-то тут забыл, мужик, ты че? Перезаряжайся. И сейчас, возможно, мне придется переключиться на калашников, потому как ты их можешь забать, я не знаю, либо же. Ну как, надо одного убивать 100%. Ой, да слушай, да это было идеально, по-моему, нет? Так, чел, у тебя есть бинт? Ух ты, прям откуда ты, может сказать, появился этот бинтик у тебя? Че по хп у меня? Точнее, по костюму. Ой, все плохо. Ой, да все очень даже плохо. Ну, не совсем прям, чтобы капец, но хорошо мало отремонтировать. И, по-моему, я истекаю крови сейчас. Надо еще бинт использовать. Ну, окей, бинт используем тот, которого тоже зомби дропнулся. Ничего страшного в этом нету. Здорово, это кто такой гениален-то у нас? Ты что ли, а? Чё, беги уже. Аптечку используй, беги давай. Аптечка нам регейн этот самый кровоток, интересно, или нет? Давай, 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 ты сможешь. Ну все, вроде как смог, кстати. Аптечка регейнит? Нет, хоть. Нет, не регейнит. Может, чуть-чуть бинт использовать. Еще один. Давай еще один. Последний бинт. Последний бинт звучит как последний фильм какой-то. Последний герой, последний гной, не знаю. Давай. А вот так, давай, в принципе. Сверсадский нож. Давай, все равно там поломанный. Ну все, я вывел вроде как уже кровотечение. По-моему, его нету, да, у меня? Есть, да господи, что там за кровоток-то такой? Что за ужас вообще. Да эту хрень, что ли, нам ампула, да это не поможет, по-моему. Это научная, это первая помощь, да в принципе тоже не помогает. Жесть какая-то, а, жесть просто. Так, это на еду хилит? Ну, кали, не знаю. Но хотя бы хпшка не тратится, знаешь, мне кажется, еще буквально один бинт, и я уже выживу, как минимум. Да твою... Ну кто ты такой, скажи мне, а? Ну вот что тебе надо от меня? Почему ты крит, а? Вот чего ему надо, казалось бы? Ну пройди ты мимо, а? Нет, надо по мне шмальнуть. Так, ну я, все, я разбирался с кровотечением, у меня кровотечение хорошо. Ну твою мать, ну вот какого твою лешего тебе надо, а? Я, можно сказать, не знаю, спас сталкеров от зомбирования, в том числе, возможно, и тебя, а ты... Вот такую благодарность, да, мне решил выписать, тварина?
тупая. Ай, 90%, что-то у меня еще имеется. Давай, чини. Противогаз еще у меня поломался. Говнюк говнюком, а? А че надо, казалось бы, типу? А иди своей дорогой, сталкер, и все. А нет, надо пристать ко мне. Так, че у тебя хоть? Сайга имела, что ли? Ну, крутой боль. Сайгой бегал. Но она у тебя больше, она у тебя лучше, кстати. Верно, я у тебя ее и заберу. Поэтому. Поэтому чертила ты, короче, это не отменяет тот факт, что ты чертила. Вонючая чертила. Так, это забираем, разряжаем, баг непригодный. Да все, давай. Вот так давай. Ну, с Сайгой побегаем хотя бы. Нашли Сайгу, не знаю, насколько она убийственна, но, по-моему, она должна быть лучше. Хотя хз, может быть и нет. А прицел, а точнее, глушитель к ней идет. Есть к ней прицел, но глушак, естественно, к ней не подойдет. Да, в принципе, он и не нужен, мне кажется. Глушак на дробовик, это вообще, кто такое придумал, казалось бы, но... Есть гении такие. Я, кстати, успел, по-моему, до полуночи, да? Ха, да, мало того, что до полуночи, я успел за 3 часа, кстати, все это дело пройти. Давай-ка работу, может, какая-нибудь, кладбище техники еще сам, дикая территория, может, убью когда-нибудь, но хз. Не знаю, не знаю. Так, документы попались, в принципе, держи. 8600, о, кстати, основа это хорошо. Ну, во-первых, держи-ка ты вот это вот все. И, ага, плюс вес, кстати. Плюс вес, это здорово, но почему-то вот так вешаться никак не хочет. Ну ладно. Так, чего еще? Мясо возьми. Вот это, кишки всякие возьми. 5000 плюсом продаем. И дай-ка ты мне, малой, бинтов побольше. И возвращаемся теперь в мертвый город для того, чтобы сдать задание и поговорить там с кем-нибудь насчет чего-либо. Вернулся, конечно, сюда очень поздно, но что поделать. Так, информация у меня имеется, 2 КПК держи. Ах, да бог. Сначала посмотреть хотя бы, ну ладно, неважно. Торговля. Забирай, наверное, у меня все то, что сейчас тут нашел. Дробь, дробь, все это дробь. Почему? Это самодельная, правда. Ну, в принципе, ладно, самодельная, думаю, тоже пойдет нам. Пустые шприцы. Я знаю, зачем они тебе нужны. Так, только не говори то, что я спальник оставил где-то. Да? Я правильно понимаю, то, что спальник я где-то... Ну, я предполагаю то, что вот здесь, кстати, я прыгнул. Ну, в принципе, ладно, он дешевый, поэтому... Но, с другой стороны, дешевый, то он может быть и дешевый, но денег у меня все равно очень мало. Как ни крути. Так, ну чё, ну ты имей совесть, а? Я пошел сходки, ты мне мешаешь. Что-то. Ладно, тут я, кстати, еще нашивки пособирал, мужик. Может быть, тебе надо все-таки их, нет? То я что-то их собираю, собираю пачками. Нашивки есть? Пожалуй, передумал, в смысле. 20 нашивок долго. По-моему, ты за 20 нашивок долго что-то должен давать, нет? Так ладно, в принципе, держи тогда еще вот это 9000. Слушай, это здорово. Может быть, ты мне скидочку организуешь, а? Нет, пошел, я сказал нахер. Мы отправляемся на дно, это мой автопилот. Ледяное солнце, что весной. Забери меня, забери меня. Отправляемся на дно. Это мой автопилот, ледяное солнце, что...